Я знаю, что очень многих хозяек, особенно молодых, интересует вопрос, как сварить свеклу так, чтобы она осталась такой же темно-темно-бордовой. Секретов никаких, в принципе-то, и нет. Перед тем, как варить свеклу, ее нужно тщательно вымыть. И тут кроется тот самый секрет, маленький секретик. Свеклу нельзя подрезать, то есть нельзя ножом удалять хвостики, нельзя вот здесь сверху ничего удалять, хвостик обрезать. То есть нельзя делать ранки на свекле. Ее просто нужно тщательно вымыть, руками все, что можно лишнее снять, и все, залить водой и варить. Варится свекла примерно 20 минут после закипания. Этого достаточно. Все, приятного аппетита!